Привет, катаны! Я настоящим кофе-кафе. Кота, кофе-кафе. Ну, кофе-кафе, да. Шикарно просто! Зачем не быть беременным? Бред. Если вы будете в Сингапуре, обязательно посетите остров Сентоза и аттракцион... Ох! Приезжай. И вот можете посмотреть, какие фигуры они делали. Землетрясение? Эй, почему все ходуном ходит? По-моему, у нас землетрясение. Ту-ту-ту. А я в Сингапур поеду уже в конце этого месяца и думаю, сниму для вас какое-нибудь любопытное видео. Дело на землетрясение. А что все трясется-то? Нет, все нормально. Ну, 3 балла максимум. Не 7. И это было, да, действительно незабываемо. Так, я уже была на всех достопримечательностях, включая те, куда нормальные люди не ходят, типа снежного городка. Господи, какой шум вокруг! Отлично. Да проезжай же ты!